реалистическую музыку пишут народные композиторы. Садитесь, товарищ. А формалистическую музыку пишут антинародные композиторы. Спрашивается, почему реалистическую музыку пишут народные композиторы, а формалистическую музыку пишут антинародные композиторы. Садитесь, голубочка. Народные композиторы пишут реалистическую музыку, потому, товарищи, что являясь по природе реалистами, они не могут не писать музыку реалистическую. Антинародные композиторы, являясь по природе формалистами, не могут не писать музыку формалистическую. Задача следователю заключается в том, чтобы народные композиторы развивали музыку реалистическую, а антинародные композиторы прекратили бы свое более чем сомнительное экспериментирование в области музыки формалистической. Правильно, верно, товарищи, поблагодарим же нашего родного и любимого великого единицы на заиске. Спасибо за историческую речь! Спасибо! Спасибо за...